Родители 24 тысяч староскольских дошкольников получат новогодние выплаты на детей. Для этого даже не придется обращаться в пенсионный фонд. Господдержка в размере 5000 рублей будет начисляться автоматически уже с 21 декабря. Выплаты положены детям, которым на 17 декабря не исполнилось 8 лет. При этом родитель, усыновитель, опекун или попечитель должен иметь гражданство Российской Федерации и проживать на территории России. Семьям, которые уже получали выплаты в связи с пандемией, деньги будут перечислены на те же реквизиты. Если реквизиты изменились, закрыт счет банка, то необходимо подать заявление об изменении банковских реквизитов. Заявление можно подать на сайте государственных услуг или обратившись в управление пенсионного фонда. Если ребенок родился 1 июля и позже, необходимо подать также заявление, но уже о единовременной выплате, и это заявление есть на сайте госуслуг. С учетом сложной эпидемиологической обстановки обращаться в управление пенсионного фонда не нужно. Всего в Белгородской области такая поддержка охватит 120 тысяч детей. По вопросам выплаты можно обратиться на региональную горячую линию 847-22-30-69-67 или в местное отделение ПФР по телефону 41-42-59.